Здравствуйте, друзья! Ведем репортаж с хоккейного матча. С хоккейного матча Россия-Финляндия. Нас представляет команда Сочи. Счет 1-0, второй период. Всей семьей пришли посмотреть, поболеть за наших. Последняя игра, домашняя игра, затем наша команда уезжает уже за пределы Родины. Смотрим, болеем, наслаждаемся. Заряженный такой атмосферой хочу пригласить вас на вебинары. Представляете, как необходимо думать в хоккее. Также необходимо быстро соображать и в 3D-визуализации, и в геймдеве. Необходимо каждую секунду решать, вытянуть полигон, выдавить его, либо не выдавить. Каким образом лучше создать тот или иной объект? Каким образом лучше создать текстуру? В какой программе? А в ZBrush, либо в Modboxе? Пока получилось только поиграть в хоккей на роликах. Так вот, думать надо так же, как в хоккее, соображать очень быстро. Все хорошо в футболке. Каждое движение кисточки важно для того, чтобы создать, моделировать определенный штрих, определенные детали объекта. А затем это все перенести в Normal Bump, в текстуры. И в игровую графику, либо в интерьерную, экстерьерную визуализацию. Приходите на вебинары в четверг. Буду заряжать вас не меньшей энергией. Постараюсь вам по максимуму отдавать все, что у меня есть в голове. Дарить вам хорошее настроение. Ну и, естественно, знания. Знания по ВРЛ, знания по Короне, по 3D Max, по Модбоксу, по ZBrush, по Unreal Engine. В этот четверг, сегодня 20 октября, в этот четверг будет 3D-лаборатория. А через четверг у нас будет большой бесплатный вебинар по ВРЛ-ской сцене, по ВРЛ-скому интерьеру. Приходите. Абсолютно бесплатный вебинар, на котором я отвечу на любой ваш вопрос, касающийся 3D-графики. Обсудим многие моменты и доработаем сцену, доработаем текстуры, доработаем нюансы. То есть тот вебинар именно для новичков. 3D-лаборатория уже не для новичков, 3D-лаборатория уже для людей, которые соображают и очень хорошо соображают в текстуринге, в моделинге. Кроме того, сейчас идет курс Unreal Hotel. Я не так часто их провожу, большие курсы. Следующий запуск будет, скорее всего, в конце ноября, либо в середине ноября. На них вот большие курсы длятся 2-2,5 месяца. Огромное количество вебинаров, огромное количество материалов, видеоматериалов, текстур, моделей. Жду вас на вебинаре. Голос отключается, друзья. В комментариях напишу. Попали! Ура! 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 Ура!
начинается наш небольшой репортаж. Всем привет от Ивановского Никита. Заканчиваем репортаж. Всем привет от Ивановского Никита. Никита, увидимся на вебинарах. Заходите на beschool.ru. Смотрите, на сайте размещено огромное количество бесплатных материалов для того, чтобы вы смогли дорасти до трехмерной лаборатории и до Unreal отеля. Пока-пока. До скорых встреч.